Так, ну чё? Выполнить компьютерный анализ. Ну, у меня тоже такая кнопка синяя появилась. Так вот, я зашел. Тут наши ходы есть. Победа черных. Вот это вот убери, чтобы сгрантировать на ЗНЗП. У меня так и есть. Ладно. Так, что делать? Так, только. Новую? Ладно. Держите тебя. А почему? Я черными, что ли? А можно перевернуть доску? Ну, чтоб я... А, нет, подожди сейчас. Нет, это я сначала зашел, а потом я сейчас уже под своим логином зашел. И белые сделали один ход, правильно? А можем мне сделать, чтобы у меня черные внизу были? Зашел под логином, то должен быть. Нет, чтобы я видел черные. А, как зритель. А ты аноним, да? Давай новую ссылку. Сделал? Во, у меня теперь черный внизу. Хорошо. Раз. Я сделаю лучшие ходы, но есть. Еще даже не поняла, что я буду.
Давай. Нет, у нас не все, только ты можешь спрятать вот там за диваном. Ну нет, только тебя прятать. Играем. Никого нет.
твоего всегда. Ты должен был это понять на 12-м ходу, на 13-м, когда я съел ладью вместо сердца. Ну, я видел, ты там мат мог поставить. Да ладно. Ну, короче, главное, что я не мог съесть твоего сердца и дошел до матовой ситуации. Потом я его... Потом, когда до матовой ситуации дошли, я уже... Поиграем еще чуть-чуть. Слушай, интересно... Так, анализировать партию. А ее можно как-то выгрузить? Ну, в какой партия. Формат? Партия в формате GIF, это у тебя будет, короче, по ходам. Нет, а чтобы вот текст там E1, E2 и так далее. Вот этот вот код видишь? Где там event casual correspondent game site digest.org/books. В каком месте экрана? Снизу. Поделиться, где это? Вот компьютер, вот когда ты зашел в анализируй партию, там компьютерный анализ, время на ход и поделиться эксплуатировать. Вот поделиться эксплуатировать, да? Нет, ну... Так, выполнить компьютерный анализ. Нет, не надо выполнить компьютерный анализ. Я сказал, там, где компьютерный анализ, там же еще рядом моим доход и поделиться и эксплуатировать. Как выйти из компьютерного анализа? Это здесь. Вот компьютерный анализ, видишь сразу? Ну я уже нажал, она уже исчезла. А как обратно? Время на ход, видишь? Время на ход. Видишь где-нибудь такую фразу? А, вот, а время на ход. Время на ход, ну. Вот следующая вкладка. А, поделиться и экспортировать. Вот тебе не надо ничего никуда тыкать, можно просто вот на текст нажать. Или можно вот скачать аннотации, скачать в исходном виде. Скачать в исходном виде, да? Сейчас посмотрю, что это за исходный вид. Это файл, который ты потом можешь загрузить сюда же. А, нет, а просто текстом. Вот. E2, E4. Тогда вот не в этом виде, а вот, вот где вот текст. Event Casual Correspondent Game. Вот его копируешь просто и все. Вот внизу там текст. E4, E5, E5, E5. А, ну-ка сейчас копировать, ставить, сохранить как? Сохранить загрузки. Да. А сейчас хочу интересную вещь попробовать. Ты понял, да? Партия в формате GIF. То есть можно картинку. Нет, я не хочу GIF, я сейчас хочу... Так, сейчас я подключусь. Покажешь экран? Через Instagram. Сейчас. Так. Я в Bing хочу зайти. Так. Сделай анализ партии
Ну, это Microsoft Bing, это поисковая система от Microsoft. Но она соединена с чатом GPT. Ну, вот я тебе рассказываю. Я зашел в Bing, ну, подключил вот этот Copilot, Copilot. Ну, то есть подключил искусственный интеллект и пишу, сделай анализ партии и вставил вот эту вот этот текст. Интересно, что он скажет интересного. Может что-нибудь такое интересное сказать. Вот на таком-то ходу ты сделал то-то, а надо было вот так. Открытие начинается с обмена пешками в центре доски. Черные предлагают слоновый гамбит c40, жертвуя пешку d5 в надежде на активную игру. Белые берут пешку. А, ну то есть он каждый ход комментирует одной строчкой. Так. Белые побеждают матом. Да. Сейчас я скопирую вот это. Скопирую. Так, где это у меня? А он там где написал, где какая ошибка, где какая не ошибка? Ну вот я думаю, что можно дальше продолжить сказать, что а ты мне скажи, где я. Я играл я какими черными, и скажи, где я мог по-другому сделать, чтобы добиться победы. Так. Подскажи, где я мог ходить по-другому, чтобы... А, подожди, я не написал. Я играл черными, да? Подскажи, где я мог сходить по-другому, чтобы выиграть эту партию. Покажи путь к победе. Так. Чтобы выиграть. Да, покажи путь к победе. Посмотрим, сможет он такое ответить или нет. В этом году он пишет, ферзь черных выходит на c6, защищает пешку d5. Да, он выходит на c6, но только он наоборот оставляет без защиты пешку. Конечно, давай разберем эту партию. Ваш ход 3d5 в слоновом гамбите, также известным как контрамбит, да, был амбициозным, но черные не имеют достаточного развития, чтобы оправдать этот ход пешки. Давайте рассмотрим альтернативные варианты. 1, 2, 3. Три варианта. Ваш ход был интересным, но черные должны были обратить внимание на развитие фигур. Ну, то есть, уже на третьем ходу я что-то неправильно сделал. Вообще-то Жак пишет, что не дойдет второй ход. В принципе, вот здесь вот копит слона, да? Это в принципе, не точно. С точки зрения копит. Дальше на четвертом ходу. Ну, ты пешку оставил без защиты. А он написал, что ты... Он написал, ферзь черных выходит, защищает пешку d5. На самом деле ферзь в поле d5 выходит на c6. И оставляет защиту пешки e5. Ну, то есть, да. А, смотри, вот здесь в личесе написано два зевка. Два зевка, да? Одна ошибка, два зевка. Одна не точно. Две не точно, одна ошибка, два зевка у меня. Пять не точно. Понятно. Посчитал, как сейчас GPT с Gemini шахматы играл.
Вот устрой, Бинг против ChatGPT. Кто кого? Там. Ты играешь за Бернс. Сделай какой-то свой. Такой. Белые сходили. Это одному. Другому там скажи. Белые сделали такой-то ход. Ответь на него. Ну, вот может свои как бы ошибки вот так анализировать и потом в следующий раз их не допускать. Но это надо практику все время. Ты сеткома, он такой, он более продвинутый, он там конкретно показывает, что какие ходы, кто куда напал, кто куда защитил. Просто показывает не точно те ошибки лишки, а там именно конкретно. Что куда защищено и такого же. А еще на сети есть такая штука, предупреждает твои ошибки. Там ошибочные ходы выделены, и надо сыграть какие-то. Вот на пятом ходу я мог сыграть слон b5 и сразу ферзя выиграть. Но я так не сделал, потому что ферзя я брать не могу. Ой, кстати, тоже могла бы подсказать. Смотреть повторе, смотреть по ошибкам. Разобрать, нет, ты не смотреть по ошибкам нажми, ты нажми разобрать свои ошибки. Ой, а, вот, разобрать свои ошибки. Я перекинул сейчас в какую-то позицию. Ну, где... Ферзь, четвертый ход, ферзь c6. Тебе надо сделать какой-то ход. Ну я могу просто вернуться. Есть более сильный ход, попробуйте другой ход за черных. Есть более сильный ход. Хороший ход написал. Ферзь c5. Ну, а что он дает этот ход? То, что, во-первых, конь нападал на тебя, а во-вторых, ферзь не может идти на c6, потому что он тогда будет рядом с слоном. Вот если он b5 сойдет бы и связался, и все, и минус ферзь. Ферзя давать до слона, как ты понимаешь, нехорошо. Так что ты меня можешь учить шахматам, вот так каждый ход разбирать, чтоб я понял, чтоб я врубился, потому что я ж все забыл. У меня никаких идей нету, я сажусь и делаю постоянно со второго хода, начинаю делать ошибки. Меня надо снова учить заново к шахматам. На неделю? Неделя каникулы или сколько? Нет, я говорю, у тебя каникулы, ты сказал. Начиная с пятницы? Понятно.
Ну ладно, все, давай, сейчас я что-то у меня... Что-то мне душ... У меня здесь душно, аж голова закружилась. Ладно. Спасибо за партию.